В канун главного мужского праздника в Чувашии побывали представители товарищества офицеров Сына Отечества. В программе визита посещение строящегося кадетского корпуса Чувашского госуниверситета имени Яковлева и рабочая встреча с главой Чувашии. Всех этих офицеров объединяет не только преданность своему делу и верность долгу. Чувашия – их малая родина. В республике представители сынов Отечества бывают регулярно. Проводят военно-спортивные состязания, уроки мужества. Такая работа приносит плоды. Больше поступающих в высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, да, учреждения правоохранительных органов – это показатель сразу. Другой показатель – в республике высокий процент молодых людей, которые идут служить в армию и в дальнейшем выбирают военное дело. Это результат планомерной работы, подчеркнул руководитель товарищества офицеров Владислав Ильин. В Чувашии успешно развивается кадетское движение. Уже в сентябре новый кадетский корпус примет первых курсантов. Замысел впечатляет. Вот. А перспектива этого замысла, она вообще, конечно, восхваляет, наверное, всех. Это будет, конечно, залог того, что самое наши будущая молодежь действительно будет настоящими защитниками, и мы будем жить мирно, и нам бояться нечего будет. В ходе встречи офицеры поделились своими предложениями. К примеру, включить в преподавательский состав военно-учебных заведений бывших офицеров и установить шефские отношения между Чувашским кадетским корпусом и Первым Московским кадетским корпусом. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.